коньки с тобой очень быстроходные. Настроение тогда просто превосходное, превосходное, превосходное. Впереди меня еще несколько человек. А где же они? Уже уехали. Ну, значит, все-таки вы последний. Я всегда первый. Ой! Давайте. Чуть-чуть не упал. Не ушибли? Нет. Что это у вас за коньки? А что? Вроде лыж. Почему? Прекрасные коньки. Смотрите. А вы тоже умеете? Нет, я первый раз. Вот взяла клюшку у подруги, чтобы не упасть. Все равно упадете. Но главное не бойтесь, смелее. Вот смотрите, наклон корпуса вперед, ага. Колени полусогнуты, понимаете? Вы, наверное, в хоккей играете? Вы не вратарь? Я все могу, и в воротах, и за воротами. Постойте, вы очень похожи на нашего вратаря. Вратаря? Ой, то есть нет, я хотела сказать на мою подругу, Клаву Смирнову. Она вратарь в женской команде. А, да что говорите, вы тоже не бойтесь. Главное, смелее, наклон корпуса вперед, колени полусогнуты и... Вот я сейчас вам покажу. Смотри, вот так. И раз, понятно. И два, ага. Поворот. И три, понимаю. И четыре, понимаю, а ты да. Что говорить? И... Я за вами. Хорошо. Я за вами. Поехали. Ай, клюшку вашу потерял. Клюшка моя. Постой, клюшка. Пошел, тролли. Наташа, клюшка! Thank you.
Конечно, не восстанет.